В Борзовой заимке недовольны, им хватает своих сугробов, а тут после снегопадов везут еще и из города, как здесь говорят, с грязью и химикатами. Под своими именами жители уже боятся комментировать, недовольным угрожают судом. Вся вот эта вот грязь, все химикаты, которые из города вывезены со снегом, они все идут, оседают в огороды, и все будет попадать через таяние вод, будет попадать в люди. Скважины. То есть центральной воды здесь, в Борзовке, нету на этой стороне. Весной снегоотвал усугубит паводок. В этом жители уверены. Так выглядит Борзовая заимка, когда Барнаулка выходит из берегов. Сажать овощи в огородах и так невозможно. А если к этому прибавить насыщенный химикатами городской снег, это не сделает лучше почву, грунтовые воды, открытые водоемы. Вред от этого, безусловно, есть, потому что со сметом снега ведь песчано-соляная смесь попадает в достаточно приличных объемах. То есть это как бы взвешенные загрязняющие вещества, которые в итоге попадут в водный объект, туда еще и попадают, значит, продукты сжигания жидкого топлива для моторов, которые вот сжигают. Это, значит, бензины, это дизельное топливо, в составе которых, особенно бензины, там и окислы свинца есть, значит, другие тяжелые металлы. При постепенном вытаивании происходит напитывание лишь верхних слоев почвы. А нижние водоносные слои, они находятся довольно глубоко, и дренирующая вода на такую глубину не опускается. Соответственно, риск того, что питьевой водой, которая находится под землей, отравится, он отсутствует. Раз есть снег, его нужно куда-то свозить. Городом определено 9 мест снегоотвала. Это в Борзовой заимке выбирают традиционно. Власти не видят риска для жителей, просят войти в положение. Уже на сегодня снега выпало в 2 раза больше, чем за всю предыдущую зиму. Вот только населению заимки от этого не легче. Андрей Дриер, Алексей Фризин, «День с толком».